Комсомол стал школой жизни для миллионов советских людей. Еще полвека назад это движение объединяло молодежь со всего Союза. Под эгидой комсомола расширяли московский метрополитен, построили Саяно-Шушенскую ГЭС, космодром Байконур, который стал первым окном человечества в космос. 29 октября исполняется 102 года со дня образования комсомола. В нашем городе организация появилась в 1954 году. Без малого минуло 30 лет, как комсомол закрыли. Это было в 91-м году. А ведь до сих пор мы поздравляем друг друга с этим праздником. Мы считаем 29 октября своим праздником, своим днем. Комсомольцы, помощники КПСС, всегда ставили партийные и государственные интересы выше своих личных. По их инициативе были построены клубы, спортивные площадки. По словам Ивана Ситникова, в комсомол шли люди с активной жизненной позицией. Лично мне повезло, что я на своем жизненном пути встретил таких людей. Ведь самое главное богатство комсомола, как организация, это люди. Люди уникальные. И я благодарен судьбе, что я с ними встретился. Советский Союз распался, и вместе с ним исчез комсомол. Но саровчане до сих пор вспоминают о нем с ностальгией. Замечательный. Я вот была комсоргом очень долгое время, и я вышла только 28 лет из комсомола по возрасту. Я даже сохранила свой комсомольский билет. Комсомол? Ну, как таковой не надо, но молодежные организации, их надо поддерживать. Вот. Потому что без них лучше ра никуда. Вот. Ну, вы сами видите, как только комсомол исчез, так все началось тут. И наркомания вам, и преступность. Идея объединения молодежи, она всегда была нужна. Но исключить политическую сторону, оставить социальные акции, гражданско-патриотические акции, то есть убрать политическую подоплеку. И у нас в городе такие организации есть. Комсомольское движение официально прекратило свое существование почти 30 лет назад, но его лучшие традиции прошли проверку временем и живут до сих пор. И для многих россиян день рождения комсомола по-прежнему остается одним из любимых праздников. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.